Студентка Алена Славина уже второй раз будет работать наблюдателем на выборах. Впервые следила за избирательным процессом на участке в 2021. За два года в выборном законодательстве произошли некоторые изменения, поэтому пришла на обучение, чтобы освежить свои знания и узнать новое. Я учусь на государственного служащего, и мне интересен сам процесс выборов, показать объективность выборов, точно так же просвещать ее в каких-то социальных сетях, и чтобы люди поняли, что на самом деле проходит это реально. Обучение для наблюдателей из трех районов города – Октябрьского, Самарского и Ленинского – провели члены областного штаба по независимому наблюдению за выборами и представители региональной общественной палаты. В течение дня они рассказали желающим о всех юридических нюансах и тонкостях этой работы, о возможных ситуациях на участках и способах их решения. Они получают абсолютно все юридические и правовые знания, которые они должны применять на участке. Как себя вести, зачем наблюдать, как соблюдать законность, как соблюдать тайну голосования. Все это они здесь получают, как это сделать правильно, не нарушая закон. Такие же встречи пройдут и в других районах города. По итогам обучения все наблюдатели, получившие знания и прошедшие обязательное тестирование, получат направление на участки от Общественной палаты Самарской области. Они будут действительны на протяжении всех дней голосования. Если появятся еще какие-либо дополнения к их работе на участке, то с наблюдателями проведут еще один инструктаж в начале сентября. Сегодня в течение дня наши наблюдатели выйдут отсюда в полной компетенции. Потом, если будут появляться какие-то новые знания, мы их обязательно передадим, но это уже будет в таком режиме либо через методические указания, либо это будет устная какая-то такая короткая методичка, и это будет в дни, которые будут приближены максимально к ЕДГ. Напомним, для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это является региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член общественного Палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.